Сегодня 25 ноября 2023 года, и у нас в Висагинском шахматном клубе Егор Андрусевич проводит сеанс одновременной игры против 6 участников. На первой доске играет Андрей из города Мценск, ученик Якова Максимовича. Оператором выступает отец Егора, Игорь Андрусевич. На второй доске играю я, Евгений Волосатов, на третьей Борей, на третьей дальше Ратмир, потом Назар и Эрикс. Играем с контролем 30 плюс 30 участникам, 60 плюс 30 сенсор. Также трансляция у нас ведется здесь для зрителей. Правда, зрителей нет, но сама возможность присутствует. Организатор сеанса, президент Висагинского шахматного клуба, национальный арбитр Волосатов Евгений.